Старшая любимка тоже решила поиграть. Луняшка, мы тебя засекли. Да, Луна, скажи, я тоже люблю иногда. Они из этой штучки за ночь вытаскивают абсолютно все, что внутри там находится. Утром я им снова запаковываю туда. В течение дня они мало подходят, так иногда по одной какой-нибудь мышке достанут. А вот ночью они прям любят пошуршать. Нет, скажи, я не трогала. Я, скажи, не трогала. Да, я уже взрослая, скажи, Луняшка. Я случайно. Танюшенька, то мой заяц, хоть и мой крольчоночек. Ох, любит сидеть она. Сидеть любит на попенции на своей. Да, Нюшка, скажи, какой ты движ без меня? Да, иди, иди, поиграй там. Повыковыривай из коробочки штучки разные. Полосатик мой. Смотрите, какая она полосатая стала. Шейка у нее. Постоянно меняется она. По факту у нее окрас, как у Луняшки. Видите, у нее полоски на голове, на шее. И вот у этой такие же. Просто их не видно под этим сочетанием цветов. И сбоку у нее такая же улиточка кругленькая, только рыженькая. Ой, любимки, девчонки. Ну давай, давай, Нюшка, давай. Что там есть? Пошебурши коробочку. Нет? Нет, скажи, мы любим только ночью там шуршать.